nothing is worse than second place. But Гинкель после ошибки одного из игроков Монако. Какая ошибка у Ньюбеля! Забивает Тарас Фарти! Na hranicu pokutového území a napokon vydarená strela, ktorá končí v bráne. 43. minúte Diata. Zadáča Korda. Udar, gol, udar, gol. Gol, 2-3. Monaco v hry. Ale zovsem natrgovatiesa tež ne možno. Adže je, je CG. Zovníka Pavoča. Ключевые футболисты были сохранены. Итак, видно много голкиперные ворота, новая атака и очередной угловой Юсуфа Фана навешивает. И вот, пожалуйста, момент и гол. И забивает Аксель Дисаси. Ну вот кто имеет углового. Она следует. Удар следует. Пять ворот. Гол Монако. 1-0. 1-0 забивает Аксель. Это Геляр. Подача углового. И очень хорошая переадресация. Срабатывает и мяч в сетке ворот. Если какие-то основания у судей, от меня лучше подарки. Ух, свет тебя солнце. Забистел гол. Thank you.
Disasi,